Сегодня на Ерской регате прошел завершающий день группового этапа. Завтра медальные гонки. К сожалению, наша надежда на попадание в главную гонку регаты не оправдалась. Сегодня женский экипаж класса 470 Алиса Кирилюк и Людмила Дмитриева сильно наошибались в обоих гонках дня. По ходу гонки им пришлось раскручиваться за навал на знак. В результате по итогам этого гоночного дня проиграно 8 мест и, соответственно, место в медальной гонке. У девушек сейчас хорошая скорость. Будем надеяться, что сегодняшний результат, 14 место, позволят сделать правильные выводы и подготовиться к чемпионату мира в Сантандере, который пройдет в сентябре этого года. У мужчин в классе 470 Михаил и Максим Шереметьевы финишировали на 24 месте. Отличную скорость под занавес чемпионата показали российские финисты. В первой гонке дня сразу двое россиян, чемпион России 2013 года Егор Терпигорьев и юниор-победитель первенства мира Аркадий Кистанов отлично стартанули, грамотно разложили всю дистанцию и финишировали в десятке. Ну, в принципе, был поставлен план на гонку, держаться левой стороны первую лавировку, поскольку первые два дня работал в этом направлении, выигрывал жилет налево все лавировки. Удалось удержаться со старта, добить левую сторону, обогнуться в десятке. Ну а дальше пришлось попахать. В принципе, особо ошибок не было допущено. И вот приход в десятку. Супер, Егор, спасибо. Победитель первенства мира Аркадий Кистанов хорошо взял старт и к верхнему знаку был в лидирующей пятерке. Второй полный курс. И вторая лавировка чуть-чуть, а второй полный курс. На первой лавировке я не проиграл. На первом полном курсе я не проиграл. Просто сильный? Ну, для меня ЕР всегда 3 года я здесь. И именно полный курс здесь, на этой волне, для меня всегда был достаточно большой проблемой. В этом году уже значительно лучше, чем в прошлом, но все равно я немножко себя не чувствую комфортно. Я уже более-менее разобрался, как здесь надо идти, но вот не хватает немножко. Последние гонки, последние 2 дня уже старался гоняться просто в свое удовольствие, никак ничего на себя не вешать и просто делать то, что нравится. Ну, в общем-то, 2 гонки за последние 2 дня успешно выполнили, остальные там ошибки скорее тактические были. В принципе, если считать, что это часть. В классе фин по итогам регаты опытный Эдуард Скорняков занял 23 место, Егор Терпигорьев 28, Алексей Селиванов 32, юниор Аркадий Кистанов 35. Смотрите результаты всех наших спортсменов на сайте www.vfps.ru. Завтра анализируем итоги Ерской регаты вместе с главным тренером сборной России Андреем Старцевым.